Здравствуйте, это наша игра Клондайк. Итак, пришел четверг, пришла обнова. И мы с вами отправляемся в новое приключение в игре Клондайк. Без вас, как всегда, я не ехала. Это наша первая поездка. И нам тут сразу, хоп, совсем немножко, совсем чуть-чуть дали 50 энергии. Да, это немного, но нас тут ждали, мы приехали. Как говорится, welcome. Будем сейчас заниматься расчисткой. Что привело нас в края? Шахта. Шахта, это хорошо. Так, бартер. Бартер, мы заготовочку поставили себе, чтобы знать, что нам надо. То, что привезли, выгружаем. Так, и смотрим сразу. 20%, 50% без комментариев. 70% без комментариев, 100%, ну, я знаю, наверное, должно быть хорошо, но увидим в процессе. Так, наши вагоны, это просто красиво, правильно, для расчистки ничего не имеет значения. Тут у нас вот эти камушки, обратите внимание, по 120. Не так, как раньше были 95, так что обращаем внимание сразу. Деревца 90, тут тупик. Ну, сейчас побежим чистить. Итак, задание. Найти нефтяной завод. Дополниловку я пока не вижу, но, сами знаете, у нас все бывает, появляется в процессе. Поэтому мы особо так не рассчитываем, что будет, то будет. Пока мест нет, а дальше будет видно. Так. Начинаем чистить и смотреть, смотреть и чистить. Тут у нас железная дорога таки продолжается. Я привезла яблок очень мало, но привезла. Потому что мы все потом в процессе довозим. Ой, у меня вообще сейчас яблок, скажем так, запас ни о чем, потому что я еще дочищаю предыдущую обнову. О! Эти камушки по 50, представляете, обычно 45. У меня еще остался 10-й остров. Ой, 120. И еще полтора острова на других приключениях. Так что, еще, как говорится, есть куда деть свои яблочки. Так, это что у нас такая красотень? Это у нас 300 на минуточку. Я даже не знаю, или мне сейчас уже завязать с тем островом, помощь ставить здесь. Честное слово, прям растерялась, если честно. То, что я там поставила компаньону, не так существенно, как эти 300. Вообще, знаете, что можем пока месть переставить. А потом переставить заново, если шел. Смотрите, вот 300. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, как-то так. А дальше будет видно. Чистим пока месь. Как чистится. Дальше оценим ситуацию в процессе. Надо поехать, конечно, еще еду нашему другу привезти. Так, я накопила максимум. Но учитывая, сколько у нас всего этих расчисток, и фишка в том, что меня смутило название «Найти завод», на котором, я так понимаю, мы можем добывать что-то какое-то время, то хочется это сделать быстрее. Тем более нефтяной, это же сами понимаете. А полетаем, а хорошо полетаем, поэтому мы лучше потом подождем. Долетим хотя бы до нефтяной завод. Ну, похвастайтесь, хвастайте, показывайте. Ой, тут так все как-то так прям этак. А, кстати, кто обратил внимание на размер острова? Я до такой степени на камни стала смотреть, что на том, какой остров толком, ну, он такой средненький, нефтяной. Так, загрузить сырую нефть,
чтобы начать переработку. А сырой нефть это где? Необходимо выполнить квест. Хорошо. Найти. Так, ясно, нам еще далеко идти и чего-нибудь найти. Поэтому мы еще в процессе. Ну, мы знаем уже, что нам что-то надо. Так. Хотя нам всегда что-то надо. По большому счету. Бежим еще. В общем, я заехала, кстати, домой за энергией. Сделала 168, привезла и набрала энергетиков. И хочу посмотреть, может, тут что такое я зацепить могу. Ладно, я пока не знаю. Но я все-таки зацеплю с собой яблок. Чуть-чуть. Потому что яблоки это стопроцентная гарантия того, что там у нас что-то вкусненькое. Вот, видите. Стало 318. Ну, я, наверное, уберу то все-таки дерево сама. Потому что я посмотрела до такой степени много-много камней, что хватит всем. И мне, и компаньону. Я понимаю, что я спешу 13 дней и все такое. Ну, не хочется никогда отлаживать на потом то, что можно сделать сразу. Скажем так. В общем, будем сейчас возвращаться. Я подумала, и мы решили, нет, я, наверное, тут камень, пока курни дерево убирать не буду. Я лучше поубираю какую-то часть, какой-то мелочи. Ну, это я так мелочью назвала 120. Ну, по сравнению, как говорится, с тем, все же поддается в сравнении, поэтому 120 это уже вроде как мелкое. Так, и вот 100, например. Вот эти 120. Я, конечно, могу брать 300. Не знаю я. Я просто решила, что я сейчас много чего так вот понад это самое поуменьшаю. Меня эти вот 95 так смущают. Для меня это непривычно, что у них когда другая, как говорится, составляющая. Так и хочется под ним два раза стукнуть и сказать достаточно, потом уберем. Бывает. Не страшно. А что это у нас тут? А, залейте. Зальем. Обязательно. Так, еще 27. Достаточно должна была надкусить, по идее, да? Ну, немного, конечно, не все. Так, это раз, два. Больше нету 95. То я что? О, есть 165, между прочим. Ну, пока 95 не уберешь, до него не доберешься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И так надо найти один на 120, ничейный. Вот. Я такие, кстати, не люблю. Я помню, как-то что-то убирала. И там был этот домик. Представляете, я себе вычистила 100%. И бегаю по территорию, ищу, где я не поубирала. А то, что этот домик надо убирать. Я даже не догадываюсь. Это забыла про него совсем. Мимо пробегаю, все ищу последний кустик, последнюю травку. Так, друг Оши, мой друг тоже. Кстати, меня зовут Тулак. Рад познакомиться. Мы тоже рады, что вы рады. Лес. Ага, у нас тут еще один остров. Ясно. Будем знать. Будем догадываться. Не, вот как раз сегодня я не зашла его в группу и не почитала. Ну, знаете, когда бывает заходишь, хочешь почитать, не пишут. Не, ну, бывает, что и пишут. А бывает, что не зашел, а пропустил. Это называется «Не знала, сюрприз будет». Так, зато я, знаете что, я привезла нашему товарищу покушать.
Будет сытый. И привезла, не знаю, сколько надо было, привезла 50 досок. Может, надо будет одну, если что, верну. Видите, какие-то вексели делать, создавать. Может, один, может, не один. Ну, вот если бы зашла в группу, то знала бы точно. А так, сюрприз будет. Так. Тут у нас что? Тут надо в уголок я хочу попасть. Потому что в уголках обычно что-то очень интересное. Если туда не пойдешь, то ничего не найдешь. Ха, ну туда не пускают, между прочим. А нет, все пускают. Это я скромничаю. Тут у нас на 100 и 150. Да. А это у нас деревца по 50 ударов. Так, между прочим, я ничего меня не удивляет. У меня все как обычно. Нам надо было совсем в другом направлении двигаться. Но я увидела камни. Все, Лена побежала не в ту сторону. Заблудилась, называется. Потому что я же еще посмотрела, куда нам пойти. Да-да-да, нам сюда. Че в угол пошла-то? Че спрашивается? Давно в углу не стояла. Вот так вот. Шучу, конечно, но ладно. Так всегда у меня срабатывает. Реакция на камни. Реакция. Это годы тренировки в игре. Это не просто так. Это вырабатывается с годами. Так, ладно. Главное, что камни не вызывают ужас, а вызывают улыбку. Это радует. Самое интересное, что вот такое вот неожиданное и расстройство, и все такое меня вызывает почему-то камни, только те, которые находятся под землей. Вот там да, вот там другая реакция, а тут все хорошо. Так, день добрый. Добрый день. Так. Кран. Во как. Ой, территория, между прочим, только 7%. Это ж надо. Только 7%. Так, ну что, будем... Нет торговых отгрузок. А что у нас тут? А, это я уже делала, смотрела. Это у нас колокол. А тут можно? Сбор нефти. Так, все, читать учимся. Собрать сырую нефть. А, вот она. Собираем. С нее там ничего больше не выпадает. 43. 93. Так. А, все. Так мы еще и молодцы. А, у нас появились. Я же говорила, что могут потом появиться. Смотрите. Вот она, дополниловка. Наполнить цветами тысячелестника. Плетеные рюкзаки на локации. Во. И нам за йента будет 2 динамита по 250. Далее. Появились поручения, посылки, починить, принести, подготовить, построить. Ну, подарки пойдут. Нормальные. Спасибочки. Так, ну а нам надо бы на чего-то наполнить, да? Необходимо выполнить квест «Переработка нефти». Так, подождите, нефть я нашла? Нашла. Теперь надо отправиться на локацию лес грязля. Я не пойду туда, пока не почищу здесь. Можно, конечно, отправиться сюда, тоже не пустят. Да, ой, пустят. Пожалуйста, если есть поручения, а они такие есть, значит, на этом острове можно продолжить игру, а поехать потом. Ну, я люблю, когда у нас все по правилам. Разные острова, разные видео. Мы не делаем солянку. Все вместе в одно место и все вместе, все не это самое. Нет, у нас все цивилизовано. Одни острова направо, другие острова налево. И вот мы сейчас с вами будем проходить дальше здесь. Мы ждем, скучаем, надеемся и верим, что еще компаньон подтянется и будет нам помогать. А мы поможем ему. Как только он появится, так сразу и приступим. Так, вот эти все здания что-то нам дают. Вот! Я тоже об этом. Мы будем меняться. Смотрите, нам надо пилы привезти. Самород. Вот это вот я не люблю. Вот это я... Конечно, 4 монетки, это, конечно, здорово. Но вы обратите внимание, там того привези, там всего... Не, ну, конечно, каменные оградки мне не это самое неинтересно. А вот 20 по 200 нефти,
Очень даже звучит гордо. Ну, подождите, я уже потерялась, где я там менялась. Причем менять тогда вексели. Ага, значит, то, что я привезла на вексели, на 10 векселей, это нормально. Тут по 900. Вот еще бензин бы где-нибудь найти. Нужен для обмена. Так. Можно получить, перерабатывая подготовленную нефть на локации. Хорошо, где ее там перерабатывать-то? Залейте. Загрузите. Аварийное сжигание. У нас есть такое задание? Да, мы и пойдем. Вот оно есть. Запустите. Вот. Видите как? Тут главное... Спичек нету. Ай-яй-яй. Так, я поехала домой. Я привезла. Зажечь. Зажгли. Следующее, что там надо. Так, это не то. Загрузить сырую нефть. А, ну да, мы находили, загрузили. Есть. Ух, они сейчас меня точно запутают. Получить бензин. Так, кстати, значит, что нам за это будет? Ну, такое себе. Так, и получить 900 векселя. Получить 3. А может, мы еще должны что-нибудь найти тогда? Просто такое дело. Может, мы мало нашли? Даже не знаю. Так, я хочу это 165 освободить. Камушек. А то он у меня так спрятанный. Ага, не дождетесь. Не все так просто. А вот так. Есть. Так, 165. Есть. А, кстати, 300 только один, да? Ну да, пока один. Я привезла вот эти вот красоты, но не все привезла. Хотела привезти все на обменник. Но таланта хватило только на пилу, 30 штук. А тут у нас доска объявлений. Нам это не надо. Так, во-первых, если мы сейчас откроем еще какие-то ворота, то появятся еще какие-то задания. Птичка, ты просто так летаешь или нам что-то хотела сказать? Мне кажется, что если вот так пойти, то можно еще какие-то ворота найти, например. Но это не точно. По крайней мере, можно вдоль заборчика погулять. И попытаться чего-нибудь найти, тоже как вариант. И помощника привезла, где-то поставила и потеряла. Представляете, ну, сборщик. Ну, главное, что привезла и поставила. То, что он где-то потерялся, это уже другой вопрос. Найдется, правда? Или он опять у меня... А, ну, а не. Может, он на складе лежит? Точно. Я его прибрала. Птичка должна летать, должна что-то давать. А эта птичка какая-то неинтересная. Летать летает... Подарков не бывает. Так, тут прохода нет. А где же он тогда есть? Значит, идем в этом направлении. Тут мне вообще кажется, что не сюда. Тут дяденька так стал неудачно прям. Прям совсем неудачно. Сейчас попробуем сюда. Если нет, то можно всегда и обойти. Когда это нас останавливало? Никогда. А, не, травка вон появляется. Было бы желание. Ой, 45. Ну, во-первых, раз появились задания, значит, надо чего-то допривести для их исполнения. Но я пока особо не вдавалась в подробности, скажем так. Проход где, собственно? Я вообще-то его ищу, если честно.
такие тоненькие деревца, манюсенькие наросли. Приехали. Вот видите, проход таки обнаружен, но без заборчика. А там какая-то тетенька стоит, типа повариха, и что-то нам предлагает. А предлагает она нам поменяться. Очень тоже таки неплохо. Все питательно. Бумагу надо привезти теперь. Ой, как я рада, как я рада. А сколько ж мне надо везти? Где одна, где ш...